Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, мы очень рады вас видеть! После прошлой программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которая прошла совсем недавно, ну вы должны помнить, буквально вот-вот, в 1981 году это было, вот вы буквально завалили нас письмами. Да, и как вы видите, письма продолжают идти до сих пор. Кстати, пользуясь случаем, мы хотим передать вам, не присылайте нам, пожалуйста, бандероли и посылки. Особенно крупные. Спасибо. Сергей Геннадьевич! Ой, здрасте! Идите сюда быстрее, их поймала! Бегу, бегу! Кого вы опять поймали, а? Миссис Марпл, любительница частного сыска. А вот этих, которые почтовые ящики вскрывают. Давайте вызывайте эту срочно, прямо срочно. Полицию, милицию, ОМОН, МЧС и сантехника. Подождите, Клара Захаровна, сантехника-то зачем вызывать? Ну как зачем? Он же приходил к нему в прошлом месяце унитаз чинить. А он до сих пор текет. Так он придет, посмотрит, что у нас милиция, ОМОН и все пироги. Так и посмотрит, что мы такие крутые, и починит. Вы, конечно, извините, но вы нам мешаете вести концерт. Ой, божечки, вы полетите на него. Вы себя видели со стороны ведущей? Да видите, пожалуйста. А вы поглядывайте за ним, а то так тоже, знаете, был случай. Один вел, говорит, я ведущий. Потом глядь. Три дивизии в болоте утонули. А что за концерт вы говорите? У нас праздничный концерт по письмам телезрителей. Брехня. Я вот, например, я точно знаю, что вы эти письма свои сами же пишете на телевидении и сами же разбрасываете. Вот оттуда, вот мужик побежал. Я вижу. У нас все по-честному. Да вот любое первое попавшееся письмо. Вот, ну вот. Ну-ка. Пишет нам Николай С. из Воронежа. Ага. Да, очень оптимистично. У меня, говорит, ушла жена, вот, пропала собака, квартиру соседи затопили, дача сгорела, машину из гаража угнали. Угу. А вот, говорит, с работы уволили. А вот еще пишет, а недавно, говорит, пошел мусор выбрасывать, мусоропровод, и ногу сломал. В общем, говорит, поставьте нам какую-нибудь веселую песню. Вот видите, у нас все по-честному. Да. И письма все настоящие. Но, конечно, если вы хотите проконтролировать от имени телезрителей, то, пожалуйста, оставайтесь. Контролируйте. Могу, а что, мне не привыкать. Знаете, я вот сколько лет проработала народным контролером на мясокомбинате. Вы знаете хотя бы? Не знаете. А я там самого директора даже поймала один раз. Он корову вывести хотел. А выяснилось, что это его жена. Да, Клара Захаровна, не мешайте этим достойным людям вести концерт. Посмотрите, какие симпатичные ведущие. Ну, не мешайте, идите отсюда, идите. Я вот тут у сторонки постою и поконтролирую, а что? Можно начинать? Можно. Наконец-то. Начинай! По вашим многочисленным просьбам поет хрустальный голос из прекрасного далека. Демис Руссос! Somebody's deep in me. I hope you like the sound of my music.
Спасибо большое. A lonely room, an empty chair. Another day so hard to bear. Things around me that I see reminds me of the past and how it all used to be. From souvenirs to my souvenirs I live. And days gone by when our hearts fell out to give. From souvenirs to more souvenirs I live with dreams you left behind. Keep on turning in my mind. Слова, что я в душе храню. В минуту грусти вспоминая их порой, я снова вижу образ твой. От сувенира в сувенир вновь, в заветных снах живет моя. Любви небесная душа. From souvenirs to our souvenirs I live. With days gone by when our hearts had all to give. From souvenirs to our souvenirs I live. With dreams you left behind. Keep on turning in my mind. From souvenirs to our souvenirs I live. With days gone by when our hearts had all to give. From souvenirs to more souvenirs I live. With dreams you left behind. Keep on turning in my mind. Спасибо. Мириады далёкие,
летят с небес. И из них я построю мост и по нему спущусь к тебе. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. As long as you remember me, I'll never be too far. Прощай, любовь, прощай. Surprise for you. Surprise? How do you say surprise? Surprise. Surprise. Ехали на тройке с бубенцами. Вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мы теперь с вами душу бы развеять от тоски. За даром понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, дорогой лунною, раскосной той, что вдали ведь меня. И с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ла-л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 а. Вдаль родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно. Дорогой длинною, дорогой лунною, да с песней той, что вдали цветня. И с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня.
Спасибо. И, кстати, а где эти вот ведущие? А, кстати, да, нету их. А мне их лица сразу не понравились, а какие-то они. Да? Дальше, да? А потому что я думаю, они сейчас куда-нибудь пошли против меня готовить какую-нибудь провокацию. Да какую провокацию? Да любую. Сплошь и рядом сейчас он, куда ни глянь. Вот, например, один мой зять. А что вы сразу стрелки-то на меня переводите? Я что-то не понимаю. Так, подождите, я что сказала сейчас? Имя ваше или фамилию? Нет, я сказала, к примеру, один мой зять. Мало ли кто. Вот. Гадкий, противный, мерзейший человек, я вам скажу. Так вот он... Дорогие товарищи, ну там у кого дачи, приусадебные участки, никому не нужно для охраны такую маленькую, такую гадкую, такую хавкающую старушонку. Не надо никому, в хорошие руки отдам. А возьмите тогда пьющего кобелька для тех же целей. А вот знаете, вот если говорить по-пацански, это вот называется юмор ниже пояса. А кто вам виноват, что у вас ниже пояса уже только один юмор остался? Ну вы-то откуда это знаете? Знаем. Закрываться надо, когда в ванну ходите с плейбоем. Где ведущие? Они, видать, на вас посмотрели, вас послушали и от ужаса убежали в Канаду. А нас что не взяли? Зараза какая. Ну ладно, значит, давайте тогда будем мы ведущими. Давайте. Сейчас на телевидении восторжествует справедливость и чеснота. Начнем выполнять заявки. Товарищи, подавайте заявки. Сейчас будет все по справедливости. Я первая. Значит, хочу, знаете, что-нибудь такое, вот как будто вот, чтобы неожиданный десерт такой, какой-нибудь такой, ягодно-бананово-апельсиновый. Есть? Пожалуйста, выполняю вашу заявку. Дорогие друзья, встречайте на этой сцене Африк Симон, плиз. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
canela, sha la la la. Африк Симон! Сосед. Мы соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Пам-пам, пам-парам-пам-пам, пам-парам-пам-пам, пам-парам-пам-пам-пам, пам-парам-пам-пам, пам-парам-пам-пам, пам-парам-пам-пам. Let's go!
утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит в срок, у него свои заботы, начинается урок. Пам-пам, пам-парам-пам-пам, пам, пам-парам-пам-пам, пам, пам-парам-пам-пам. День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет, вновь кларнет или труба. Пам-пам, пам-парам-пам-пам, пам, пам-парам-пам-пам, пам, пам-парам-пам-пам. Хочет лето, ну и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Пам-пам, пам-парам-пам-пам, пам, пам-парам-пам-пам, пам, пам-парам. Вот, между прочим, если бы и вы оба были Сергеем Геннадьевичем, то я бы подумала, что вы в буфете, но вас там не было. Извините за небольшую задержку, дорогие зрители, но у нас такой не очень приятный сюрприз. У нас пропал артист. Рикардо Фолье его фамилия. Не знаем таких. Так надо же эту по описанию искать. Фоторобот составить, надо что-то делать. Ну что вы, не знаете, как Рикардо Фолье выглядит, что ли? Рикардо Фолье, это же все знают. Он ну, такой... Он такой высокий ой, такой. Красивый такой. С бородой. Да? Два глаза у него. Что такое опять? А что вы меня сразу подозреваете во всем? Почем я знала, что это Рикардо Фолье? Я глянула... Высокий, как вы говорите, красивый, небритый, два глаза обязательно, конечно, по-русски не бум-бум. Я поняла, американский шпион. Я его и заперла у гримерки до конца концерта, чтобы потом куда надо сдать. Да вы что? Вы с ума сошли? Вы же нам концерт срываете. У него же на лбу не было написано этот Рикардо Фолье. Вот. Что теперь делать? Ну, пойду искать. Не знаю, вы тут пока потяните время, потанцуйте или что-нибудь тут. Вон, или вот ту женщину угомоните. Вот. А я пока пойду, бо мне надо ключ найти, бо я не помню, куда его положила. И еще надо вспомнить, в какой гримерке я его закрыла. Я не помню. Что у меня, памяти? Сергей Геннадьевич, что стоите дуб-дубом, пнем-пнем? Как будто вам Оскара вручили. Вы заплачете еще. Пошли ломать дверь. По-моему, с этой стремительной старушкой здесь к концу вечера одни руины останутся. Уважаемые зрители, вашу заявку по Рикардо Фолье мы выполним попозже, я надеюсь. А сейчас для вас сюрприз. Поет одна из самых обворожительных, одна из самых загадочных, одна из самых волнующих. Да что там одна из? Самая-самая! Бонни Тайлор! Yeah.
Приди ко мне, приди и
Бонни Тайлер и Николай Носков. Дорогие, спасибо. Трех получается. И меня поцеловала. Да ладно. А где Сергей Геннадьевич? Да он сейчас не может, он с охраной разбирается. Начал же дверь ломать, ничего нельзя поручить. Ага. Подождите, а Рикардо Фольи где? Не нашелся еще. И главное, я еще подумала, может, гримерка не та. А ему не успела сказать. Но он взял топором и как со всей дури размахнется, да как дерболызнет. И чья гримерка оказалась? Пупина. Кого? Путина?
Пупы! Вы что, опупели? Пупы не знаете? Да знаем мы Пупу. У нас как раз он сейчас должен выступать. С ним-то хоть ничего не случилось. Мы можем его объявлять? Объявлять можем. Я же и сама могу хорошего человека, чего же не объявить. Дорогие друзья, хлопайте. Выдающийся артист итальянской эстрады Пупа. Сейчас петь не может, бо голос сорвал. Его сейчас отпоют молоком с яйцами. Не, я не понимаю, ну что такого? Ну пришел человек с топором, ну разрубил дверь, ну что так орать? Клара Захаровна, я вас прошу, пожалуйста, не подходите к нашим артистам ближе, чем на 10 метров, ладно? Объявляй, Таня. Долгожданный сюрприз. Невероятная и неповторимая, недостижимая и непостижимая Сиси Кэтч! Thank you so very much. Wow.
останься со мной. Все быстрее мчится Кадиллак. Я так счастлив, что боюсь, боюсь дышать. Нам никто не сможет помешать. И все должно быть так, о, дай мне знать. Ведь ты же видишь, я схожу с ума. Влюбленно смотрю на тебя и таю. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на кельсе девчонок по статистике Дэвид ребят. А парни важности полны, приди вы ужасно, и остаются вдоль стены пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на кельсе девчонок по статистике Дэвид ребят. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то, они статистике назло опять придут в субботу. Придут девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на кельсе девчонок по статистике Дэвид ребят. Придут
потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Спасибо. Thank you. Я помню, давно учили меня, гоняли меня. Отец мой, мать, летать так летать, гулять да гулять, на каждый удар ударом отвечать. И между делом время проходило, время пробегало, музыка играла, было. Продолжается наш праздничный концерт по вашим заявкам. Даже удивительно, что он еще продолжается, несмотря на все происки этой бабушки-терминатора. Кстати, что-то ее давненько не было видно. Ага. Я тут! Вы не подходили к артистам? Боже упаси, вы же знаете. Я клятву давала. Клара Захарна, я вам клянусь, если вы еще раз напугаете какого-нибудь артиста, я вас сам... лично сдам в милицию. А я вас сдам Сергею Геннадьевичу. А я тогда вам не сдам мою хорошую новость. Танцуйте. У нас концерт. Танцуйте, танцуйте. Рикардо Фольги нашелся. Где? Где? На чердаке. Прятался. Он как узнал, что его мужчина с топориком ищет, так и побежал туда. Можно я к нему сбегаю? Мне надо отрезать кусочек для автографа от пиджака. Не успеете, потому что... По вашим многочисленным просьбам, стенаниям и мольбам выступает настоящий парень на все времена, покоритель Сан-Ремо и женских сердец Рикардо Фольги. Sorry.
giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, da sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrai. Storie come amici perduti che cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, è un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un rigo, ma una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi né grossi guai. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, niente è cambiato e niente cambierà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è forte come vorrei. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Ma lontani mai, confinanti nell'anima, sulla pelle noi. Это наша история, могло усилить. Это тайна в мелодии, что живет во мне. Твои фото забытые
на столе нашла. Мое сердце разбито, страдаю я. Наши три ночи, три белых ночи, два счастливых дня. Номер телефона потеряла я. Три ночи, три белых ночи тают на лету. Io verrò da te per tirarti su. Io starò con te finché vorrai tu. В моей душе разобьют стекло, и я вспомню о тебе всем ветрам назло. E se la tua voce io più non sentirò, se sarai felice tu, io ti penserò. Наши три ночи, три белых ночи, два счастливых дня. Номер телефона потеряла я. Sei sola, oh, così sola, che non ne puoi più. Io verrò da te per tirarti su. Io starò con te quando tu sei sola, oh così sola, e non ce la fai. Sarò disponibile finché lo vorrai. Sei sola, oh così sola, che non ne puoi più. Io verrò da te per tirarti su. Io starò con te finché vorrai tu. Спасибо огромное, удачи вам, счастливого вечера, улыбок и счастья. Браво! Metti un periodo buio lì senza amore, in cerca di una notte fatta per bere, e fai di tutta la tua vita un bicchiere. E aspetti un'alba che ti porti a dormire, ed è malinconia, ti segue per la via, ti lascia dopo un'ora, ma tu sai che dorme ancora. Когда твоя любовь живет без ответа, когда душа не поднимается к звездам, когда она латает каменный воздух и задыхается от лунного света, свеча твоей печали зовет тебя ночами туда, где лечат болью сердца разбитые любовью. Это меланхолия, уно. Se è soltanto questa la vita,
L'adrenalin qua che per gli atti è sbagliata, anche restando a 100 metri da casa. Ed è malinconia, amico, no che sia, è quello che ti resta quando il mondo non ti basta. Sviciamo i picciali, salgo mi amaciami, tu da di leccia voglio, se metti che adesso dopo tante parole, dietro la porta chi ti aspetta è l'amore. Cosa puoi fare, era già tutto previsto, in fondo è chiaro, noi viviamo per questo. Cagasa crede sotto boio se vieni, e tolca bocca piano i vetri stucizza. Cagasti raio sei spami ti lizza, e non mi raggi le Александр Маршал. Рикардо Фоли. Маршал, мой амиго Фаше. Александр, Александр. Di un nuovo amore tu cosa ne sai? Anche se parlo non mi crederai. Se piango rido non mi capirai, della mia pace dentro che ne sai. Мне теплый вечер ты не обещай, пусть не витает клин усталых стай, дождь не заплачет никогда, ты знай, без тебя я печальна, ты появишься нежданно. В этот вечер впервые в жизни успокоит вдруг сердце мысли. Ты любви сказал прощай, а тебя я так любила. Ты забыл, а я простила. Пусть Господь хранит тебя. Lei mi ha dato la speranza senza chiedermi niente di più. Tu delle mie paure che ne sai, delle mie notti insonni che ne sai. Но этот вечер ты не забывай, хоть ненадолго снова прилетай. Che ne sai di quel vecchio, del suo pianto quando son partito? Le sue mani forte mi hanno stretto e abbracciato come un figlio. Ты любви сказал прощай, а тебя я так любила. Ты забыл, а я простила. Пусть Господь хранит тебя. Nel suo mondo ho ritrovato questa nuova voglia di cambiare. Совсем друг друга мы с тобой не знаем.
знали, а что нашли, так просто потеряли. La mia canzone dedicata a chi mi ha chiesto solo vuoi fermarti qui. Сказал прощай, а тебя я так любила. Del suo viso disperato quando detto vado via. В чем же небо виновата, что любви нашей сказал прощай? Amore, amore, amore. Забудка, не забуду никогда.